Все останки бойцов были обнаружены в ходе двух последних экспедиций на Ханкингол. Также российским поисковикам удалось найти останки двух японских солдат. Они были переданы японской стороне. На встрече с журналистами командир поискового отряда Игорь Сеченов отметил, это была уже восьмая экспедиция к местам сражений на Ханкинголе, но одна из первых, в ходе которой восточный рубеж, прицельно искал именно останки участников боев, чтобы их захоронить. С 2010 года поисковый отряд «Восточный рубеж» уже на постоянной основе один или два раза в год приезжает на места боев для того, чтобы заниматься непосредственно подъемом останков бойцов. Вот на сегодняшний день у нас на счету 51 человек. Один летчик и 50 представителей сухопутных сил, советских солдат. В последней экспедиции и церемонии предания останков земле принял участие руководитель представительства Иркутской области в Монголии Евгений Лиштованный. Он отмечает, колоссальный объем работы, которую проделали бойцы отряда, крайне важен. Он поможет в установлении исторической точности и хронологии военных действий на маньчжуро-монгольской границе в 1939 году. Точное количество погибших неизвестно. И вот поэтапно, крупицами, годами, поисковые отряды, в том числе наш, иркутский, под руководством Игоря Вячеславовича, ведут поиски. И связываются с родственниками, с военкоматами. Колоссальная работа ведется. В будущем году члены поискового отряда планируют совершить еще две поездки. Поиски будут вестись с помощью новейших технологий и с учетом опыта прошлых экспедиций. Артур Харламов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.